Я выиграла суд, согласно которому квартира Баграта остается у Баграта и у нас. Но мои любимые свекры, проживающие в городе Моздок, а именно Виталий Николаевич Салибеков, который, наверное, думает, что никто не узнает, вчера просто атаковал людей, которые живут в этой квартире, заставлял их, прям вынуждал, платите деньги нам, не платите деньги Юле, человек звонит мне в истерике. Вы, Виталий Николаевич, у внуков изо рта деньги забираете. Это не ваша квартира, не вы ее покупали, не вы ее ремонтировали, не вам ее сдавать. В договоре вообще вас нет. Если будете продолжать атаковать людей, мне придется написать заявление в полицию. И такой вселенской наглости я не видела. И каждое ваше действие, я вам еще раз напоминаю, которое будет направлено против меня, будет обнародовано везде, где только можно. Вы боитесь моего слова, но меня вы хотите сожрать, как и хотели сожрать. Не будет так.